В большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта собирания грибов. Ядовитые грибы можно собрать не только по ошибке в лесу, но и купить на рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки. С начала 2022 года от интоксикации в Татарстане пострадали 15 человек, трое из которых – дети. На сегодняшний день эксперты выделяют 4 типа отравления грибами. К первому относится поедание бледной поганки, это самый ядовитый гриб. При отравлении им отмечается от 35 до 95% смертельных исходов. Далее в списке опасных – мухоморы, строчки и ложные опята. Необходимо собирать только хорошо известные виды съедобных грибов. Не брать перезревшие или червивые грибы, тщательно изучить перечень всех ядовитых грибов, которые могут встретиться в данной местности. Не следует пробовать сырые грибы на вкус. Никогда не собирать грибы, растущие поблизости от автотрассы или рядом с промышленными предприятиями, так как любые виды грибов очень хорошо впитывают яды и особенно соли тяжелых металлов. Следует также понимать, что угрозу здоровью человека несет не только употребление ядовитых грибов, но и неправильный способ приготовления, а также нарушение сроков и правил их хранения. Основными признаками отравления грибами являются тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки и слабый пульс. Проявиться они могут уже через 1,5-2 часа после приема пищи. Бывает, что у больного появляются зрительные и слуховые галлюцинации, конвульсии и даже бред. После возбуждения наблюдается потеря сознания, при этом наблюдается подергивание нескольких мышц, чаще всего лица и пальцев рук. При проявлении симптомов необходимо незамедлительно вызвать врача или по возможности доставить пострадавшего в ближайшую больницу. До приезда врачей необходимо промыть пострадавшему желудок. Для этого нужно дать выпить как можно больше количества воды, а затем вызвать рвоту. После промывания желудка можно дать сорбент, например, активированный уголь. Соблюдая эти простые советы, можно минимизировать риски отравления ядовитыми грибами, а также уберечься от интоксикации съедобными видами. Помните, что именно от вас зависит, безопасны ли будут продукты, которые вы употребляете в пищу. Карина Саяхова, Универньюз.